Так, по моим следам. Дастер, 2 литра, бензин. Полный привод, автомат. Резина Nokia Nokian Outpost 225 на 70 R16. Так, первую включил. Я на пониженной проходил. О, залез. Спокойно. Все взяли препятствия, едем дальше. Не фокусируется, зараза. Ух, стесал кучу. Спокойно, проблем не доставил. Присел. Все, полпровод начался. Сейчас будем дергать. Здесь вроде твердо. Динамки у нас длинные. Думаю, все получится. Так, ну я попробовал.
Здесь у меня не получилось. Я пробую, Борис, чуть-чуть по другой траектории, но там же. Чуть правее, мне кажется, бери. Чуть правее бери от моего места. Ай, красавчик, роет, роет. Ты смотри, Гача, проехал. Вот так вот. Ай, красава. Вон что, чтоб не говорили, что это все фигня. Сюда ничего не завязнуть можно. Ну, слушай, вообще... Ты, кстати, меньше раза в два погрузился в жижу. Но... Вот тут-то хорошо погрузился. Да, здесь я думал, все, не доедешь. Ну, до дна не достал. Да. Решил. Дубль два. Тяжелая машина. Жесткие диагоналки. Давай с разгону. Первая была, нет? Чуть-чуть направо руль. Ага. Не-не, сильно направо. Ты можешь вернуть обратно. Ага. Опа, на.